сегодня я буду открывать два Альбиоса и один My Little Pony. Давай. Мама, котенок! И вот так открываем. Так открываем. Вот. И вот тут домик. Наверное, Флаттершай. Потому что тут животное же. Так. Вот игрушка. Это Флаттершай. И у нее такой шарик. Шарик. Она в этом карета? Шарике сидит. А это что? Это шарик. Да? Не знаю. Это чтобы она стояла, наверное. И вот такая вот Флаттершай. Вот. Это попалось. Флаттершай. Дальше. И попался кто? Вот такое вот животное. Ура, песик. Не знаю. Козленок. Сначала аксессуар посмотрим. Какой у него. Вот такая вот шапочка, наверное. И что это такое, не знаю. Это йогурт какой-нибудь. И йогурт. Даже. И он в костюме будет. Это тоже снимается, а нет? Снимается? Тут ложечка. Вот такой хорошенький эльфий есть. Покажи. Это его надо... Его надо одеть. Покажи, как он сейчас. Вот такой вот, с йогуртом. И второй друг, дружочек. Давай. Камика. Котеночек какой? В костюме. В каком костюме? Это, наверное, перец черри. Вот котенок. Ну, открой этот вкладышек. Достань вкладыш. Посмотри, кто это. Вот. Это что это? Перчик или что? Перчик. А что не перчик какой-то? Посмотрим. А где головной убор? Шапочка где? У него. И вот такой вот котёнок. Начался. Какой он хороший.